Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 71. Используя слова или словосочетания, дайте определение частей речи. Имя существительное обозначает предмет и отвечает на вопросы «кто что». Например, ученица, кто, книга, что. Имя прилагательное обозначает признак предмета и отвечает на вопросы «какой», например, «интересный», «чей», например, «мамин». Глагол обозначает действие предмета и отвечает на вопросы «что делать», например, «читать», «что сделать», например, «вспомнить». У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.